сегодня после достаточно длительного перерыва на гостеприимной молдавской земле состоялись вот эти масштабные белорусско-молдавские переговоры на высшем уровне. С последней встречи двух президентов в Минске прошло ни много ни мало официальной встречи 14 лет. Однако это ни в коем случае не означает, что отношения с Молдовой отошли для нас на второй план. Мы неизменно рассматриваем Молдову как надежного партнера, дружественную и близкую нам страну, развитие политических и экономических отношений с которой приоритетны для Беларуси. Молдова является для нас важным торгово-экономическим партнером и занимает 5-е место в общем объеме товарооборота Беларуси со странами Содружества независимых государств. С 2000 года торговый оборот между нашими странами вырос в 5 раз и достиг в прошлом году отметки почти 360 миллионов долларов. Определенный задел сделан, нужно двигаться дальше, поэтому в ходе прошедших переговоров мы акцентировали внимание на развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В политике вроде бы у нас особых то проблем нет, особенно в последние годы. И та поддержка, ну, Молдова оказывает нам, особенно на саммитах восточного партнерства, мы за это благодарны вам. Перспективным направлением сотрудничества является производственная кооперация с выходом совместной продукции на рынки третьих стран и ЕС. Уже реализуются проекты совместного производства в Молдове белорусской сельхозтехники, троллейбусов, на очереди автобусы. Мы готовы обеспечить потребности молдавских партнеров машиностроительной, нефтехимической продукции, товарах легкой промышленности, стройматериалах, бытовой техники, лекарственных средствах, продовольствии. Мы заинтересованы также в реализации проектов развития дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства Молдовы. Поверьте, нам есть что предложить. Я хочу подчеркнуть, нам не нужны напряженности, дополнительные разделительные линии на евразийском пространстве. Мы сторонники интеграции и интеграций, выхода в перспективе на общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Убежден, что различные векторы интеграционного развития Беларуси и Молдовы не должны препятствовать двустороннему экономическому сотрудничеству.